Посылка из розетки. Клавиатура, документы. На почте забрал. Так, здесь. Распечатываем. Снимаем. Так, убрать. Значит, мультимедиа, кейборд, GMX. Так, распечатываем, смотрим, что здесь у нас. Так, так, шнур USB, это хорошо. Так, это убираем. Смотрим. Так. Клавиатура с подсветкой. Сейчас подключим к USB. Так, это разматываем. Сюда. Так, сколько шнур? Вполне нормальный, где-то около метр 30 точно есть. Так, подключаем ближайший порт. Так, сейчас я подключу. Так, подключил. Пока сюда. Все работает, светится, значит, яркость меняется, все отлично, значит. Там, кстати, есть ножки, значит, снизу. Раз, очень удобно. Вторую ножку. Два. Вот так. Прекрасно. Так это еще днем. Все отлично. Вечером совсем будет прекрасно видно все. Отличная клавиатура. Все работает. Текст печатает, все печатает. Все клавиши, все отлично работает, цифры, буквы все, замена языка, все отлично. Все идет, значит, подсветка меняется, и можно выключать. Все отлично, значит, и Alt, то есть все работает. Здесь нам лог. Проверим тоже. Я покажу. Вот так. Сделал, значит, вот клавиатура. Я печатаю. Вот здесь ниже. Значит, все работает. Нам лог, все цифры работают. Подсветка. Работает. Все работает. Пробел работает. Так. Ну, все работает. Таб работает. Переключение языка работает. На английский, на русский. Так. На украинский тоже. Только я его не ставил. Поставить. Значит, все работает. Отличная клавиатура. Спасибо. Большой розетки покупал, всем советую. Все отлично, все отлично работает. Все, всем спасибо, покупайте в розетке, не пожалеете. Всем удачи, пока. Ссылка будет внизу. Удачной покупки.